Всем привет, ребята, вы находитесь на канале Пандусик, меня зовут Евгений, играем в Фазмофобию. Сегодня, значит, мы играем на сложности кошмар без улик. Нам необходимо обнаружить датчик движения, свечку заставить призрака потушить и сбежать, пока он будет за нами охотиться. Отлично. Вышло обновление некое, в котором нам обещают, что мы можем засранные фоточки удалять из блокнота. Жаль, конечно, что их всего две, но, собственно... И на том спасибо, как говорится, мы сегодня обязательно попробуем, что это такое. Засрём какую-нибудь фоточку, а может у нас, ну, само собой получится ее засрать. Так что, да. Найдем пока проклятый предмет. Я посмотрела шкатулку, шкатулки нет. О, косточка лежит. Костя, здрасте, здрасте. Вот. Обычный кошмар, только убраны улики. Иксовка получается 7,5. По просьбе одного человечка играю на этой сложности. Человечку этому привет. А чё? Где у нас проклятый круг призыва еще? Температуру пока не меряю. В надежде. В надежде это. Что призрак выдаст себя взаимодействием. О-о-о. Он выдал себя Какая прелесть. Не буду фоткать, он вроде как баночку кинул, но фоткать не буду. Хорошо кидает. Прям чудесно. Так, круг призыва у нас, да? Ну, у нас есть успокоительные. Поэтому в целом-то мы сможем воспользоваться попозже кругом призыва. Иди сюда домой. Для того, чтобы сфоткать призрака. Улики нам собирать не надо, поэтому будем подручными средствами пользоваться, как говорится, соль, свечки. Крест возьмем. Будем таскать все то, что нам хоть как-то поможет определять призрака. Простите. Не выспалась сегодня. Хотя легла спать не поздно, но кое-что мне спать не давало, к сожалению. Это печально, ну ладно. Что такое спать, как говорится? Выспимся на том свете. Так, пока так. Пошел по соли. Вроде как шаги услышала, значит, не мираж. Нычки нет вот в этой комнате. Досадно, конечно. Но ничего, будем выкручиваться как-нибудь. Мансить, мансы. А что там нам надо было? Свечку заставить потушить. Он уже, кстати, ее потушил. Датчик движения нам нужен, да? Вот. И вот еще одну свечку возьму. Они тень вроде бы починили, а как они починили тень? Типа, что она теперь будет тушить свечи, будет начинать охоту, когда рядом никого нет? Как нормальный призрак? Такс, а вот эту подожжем. Подачку прошелся. Да, миражика можем вычеркивать. О, красота! Так, ну по сути все. Благовошки сейчас в дом закину, да и можно идти тусить в комнате призрака. Будет, знаете что? Будет не весело, если они сейчас тень всунут. Мы починили тень. Пожалуйста, пусть у вас будет тень. Кстати, надо арбу посмотреть на всякий случай. Вот что надо, да. Ну или Горё. Горё они там тоже что-то починили.
Пойдемте камеру возьмем, посмотрим огонек призрачный. Не проснулась я еще. Хотя даже зарядку сделала, но... Мозг. Мозг спит. Надеюсь, мне это не помешает правильно определить призрака. Хотелось бы, конечно, чтобы он не был душнилой, но будет как будет. Так, ну что тут у нас? Тушишь свечи, да? Порог появился в комнате. Ну. Серьезно? Ребят, это ж призрачный огонек был. Или что это за блик? Что это за блик? Ну, вот, что это такое? Ну, это ж не блики от металла, это что-то ж такое. В смысле? Мне показалось? Подожди. Мне показалось, ребят? Ёпарасоте. Подождите. Мне... Вот, он переехал в коридор, у нас мимик, ёпарасоте. А я точно улики все убрала? Ну, да. Я точно все улики... Блядь, ты, конечно, молодец, но паразит. Вау, экшон пошел, экшон пошел. Пошел экшон. Так, фотик, где я бросила фотик? Нет, ну, вроде бы я убирала улики. Здесь ничего нет. Ладно. Ну, я тогда отмечу мимика. Собственно. Давайте засрём фотку. Вот. И как она... Просто вот нажав сюда, мы ее удаляем. Кстати, есть один момент, что если вы играете не в соло, то чтобы удалить фотку, на это должны дать согласие все участники вашей катки. И это очень хорошо. Удалила. Удалила фотографию. Так, ну что, все, я готова фоткать различные взаимодействия. Давай. Че, может, крестик поджечь, посадить рассудок, чтобы у нас тут веселушка началась. Как думаете, смогу сфоткать его или не смогу? Как думаете? Он еще и сюда подошел. Ну, давайте попробуем. Сука. Он какой-то быстрый. Почему-то быстрый. Близнец, что ли? Или Морой? Нет, не Морой. Ну, в смысле, кого копирует призрак? Не дал он себя сфоткать. Вы видели, что охота сразу началась. Наверное, из-за того, что рассудок маленький. Я считаю, что вот так круг призыва работать... так круг призыва работать не должен. Это вообще не норма. Я считаю, что это неправильно. Я... Ну, то есть у меня хватило рассудка поджечь круг призыва. Хватило. Но! Вне зависимости уже... От того, сколько у меня осталось рассудка на момент поджигания последней свечи или после того, все-таки призрак должен появиться на круге призыва, как положено. Я не готова. Не стала рисковать. Ну, я бы засрала фотку, потому как он вот эти 2 секунды постоял в невидимости, и все. И начал охоту, как обычно. Досадно. Ладно, будем надеяться, что он... Да, господи, как кстати, что он даст ГОСТ еще раз. Нам, конечно, сфоткать призрака не надо, но все-таки. Все-таки было бы приятненько. Я зафоткаю соль, бог с ним. Потушил свечи.
Чечку. Ты у меня что, переезжаешь в эту комнату маленькую? Чего так пугаешься, господи? Топает жестко. Осталось 3 фотографии, и мы с вами можем ехать. Начал с маленькой комнаты, сейчас надо будет крестик туда закинуть. Почему мне кажется, что это как-то вот увеличенная скорость? Кого вот он копирует? Как будто бы чуть увеличенная. Блин, я надеюсь, я не косякнула. Ну, вроде бы я с просоней правильно поставила настройку на улике. Количество предоставленных доказательств. Кажется, убрала. Кажется, все правильно. А то будет сейчас прикол. Я думаю, что это мимика у нас вовсе не мимик будет. Вот, отлично. Не Андрю хочется отметить. Зря, кстати, сейчас фоткала и не проверила. Надо было проверить. Ну и дверку зафоткаем. Все, можно ехать. Все прекрасно. Везение. Это я считаю везение. Спасибо. Спасибо, игра. Или что, или давайте, может, последнюю охоту подождем. Ой, не хочу, ладно, пустим. Если это будет не мимика, это будет мой косяк. Значит, я просто настройку неправильно поставила. По поводу улик. Нет, все правильно. Ничего я не напутала. Вот награда, да, X7,5. Это вот кошмар без улик. Все верно. Все хорошо, идеальное расследование. Спасибо, ребята, всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Стримы проходят сейчас на VK Play Live. Ссылка будет в описании. Всех люблю, всем пока.